Вам не надоело играть в террориста и заложников? Может, договоримся мирно, а? Я педагог с 40-летним стажем. Это уже не дети. Это ослабленные организмы, не способные к обучению. Не можете найти общий язык с ребятами, так и скажете. Сели все! К чертям не сдалась ваша история. Вы бы лучше дочь твою нормально воспитали. Из меня получился плохой учитель. Плохая мать. Да кто вас боится? Пройди по классу и собери все электроприборы. Я вдолблю в ваши пустые головы одну очень простую вещь. Вы все пустое место. Что здесь происходит? Могут быть жертвы. Да у вас кишка тонка, чтобы ученика своего пулю всадить. Мне вас не жалко. Освободите заложников. Это же дети. Я могу пристрелить сейчас любого из вас. Начинаем. Рука у меня не дрогнет. В мире нет ничего важнее человеческих отношений. Вы все никчемные уроды, которые даже не пытаются стать лучшими. К чему все это, а? Кто-то умнее стал. Открывай дверь, тварь! Училка, сегодня вам всем второй шанс дала. Потому что она в ответе за всех нас.